Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Ара, ну давай поменяем там, что там тебе дано. Ты пришел? Ара, слушай, ну давай знак нашей дружбы, надо вот это сделать. Хотя бы на недолго. Ара, глянь. Блять, не успел. Ну только прям знак дружбы-дружбы, да? По-любому. Как там война? Да не фигня, занимаюсь. У него первый этот самый клик, и я очень отлетаю прикольно через эту местность. Ух ты! Ладно, все, я пошел отсюда. Перса у тебя? У перса все замечательно. Уже город потерян. А вот у этого будет ГГ, у Америки, судя по всему. Почему? Я вижу просто, что есть у перса, и как он атакует. Так перс же говорит, что у него город потерян. Серьезно? Перс? Он только что потерял. Я только что город потерял. А, ну тогда тут еще. Ну, тут вообще весело. Перс, а чем американец атакует? Ну, миткарями. Я просто думаю о том, что вы сегодня метка. Ара, у тебя стоячая армия не нужна? Есть. Почему она стоит? До сих пор. Она безуспешно пыталась взять дань. Какая дань? Ты видел, какая там армия у ребят? Потому я говорю, что безуспешно. Ты чего от меня хочешь? Стой, где стоишь. Больше я тебя ничего не хочу. Знаете, я уже начинаю думать поставить четвертый город тут, чтобы можно было всех. Конфликт интересов это называется. Ну и чтобы моя империя была тогда соединена. Давайте я просто на ней буду стоять и никому ничего не делать. Бизон. Не, ну убери его. Гемс. Ара, ты не должен тебе это делать.
Он отлично. Не, не говорите, девочка. Что у вас там происходит. Наши побеждают. Как тебе? Чем дольше я воюю с Виндексом, тем лучше тебе ара. Да ничего-то хорошего нет, на самом деле. Война — это зло. Мировое. А что там левее Софии? Ничего. А ты-то до нас не хочешь подключиться? Меня самого выносит. Все уже подключились, по-моему. Линдекс, замирись ты с Индонезией. Пускай Индонезия на американца лучше с другой стороны нападет. А ты пока подготовишься к следующей атаке. Ну, может, не... Леша, а ты сам... Время не цените, я смотрю... Что не ценим? Ну, если... Мое время. Но если я сейчас начну помогать там куда-то еще, меня потом все равно вынесут. А если не будешь помогать, то не вынесут? Да, это произойдет раньше. Леша очень заинтересован, чтобы именно меня почему-то слили. Кого-кого? Американцы. Нет, я заинтересован, чтобы американец перса не вынес. Вот в этом я заинтересован. А то, что выносит Индонезия? То, что там с Индонезией, Лидекс, они вообще далеко, я без понятия, где они. Так. Деньги открыты. Петру можно строить. А, у тебя слоны еще. Да-да-да. Ты что, думал? Они прикольные. Я думаю, мне тут в первую очередь надо в мастерские выйти. Гильдии бессмысленны, потому что я Мачу-Пикчу не могу построить. Ара, объяви ты ему войну уже, ладно? Зачем ты его мучаешь? Вот мастерские против стольких волевиков. Мне... А то сейчас он меня заберет. Тему. Знаешь, как жалко. Да ты гонишь, что ли? Да, он тут, знаешь, как пошел на меня. Вообще страшно. Ну, серьезно, при этих самых... И два лука, вот уже сейчас меня будет. Так у тебя метки и слон. Да ладно, там слоник, метки, слон. Нет, давайте тогда быстрее, чтоб эх, не хватило. Конюшня построилась. Так, начинаем строить дороги уже. Да вот, ну вот как? Города. Я не тянул повышение, но... Меня забирают. Да брось. Это помощник тебе так себе, на самом деле. Говорит, тебе забирают. Вон, ну, смотри, ДС падает. Помощник из меня плохой. Ты вообще лидер? Благодарная какашка. Ну вот начинается. Сразу какие-то выкатилось. Что ж ты так делаешь-то? Да, персы заберут, походу. Значит, надо сюда будет город ставить, и американцы это все отбивать. Ну, нельзя ему позволять дальше развиваться нормально.
Ара убивают. Слушай, ну кого тебе убивают? Меня, бедного. Чего? Ну коляски уже пришли. Блин, тут сейчас все, смерть будет. Офигеть, просто я уже все, как бы. Коконец. Иди кого-нибудь. На, это, на этом наше полномочие все. Ара, давай ты лучше Карфаген заберешь. Убивают. Он не сможет сейчас на два фронта ничего делать. Армии у меня сейчас достаточно, сейчас у меня пойдут мечники. Да ладно, прям мечники. Заманчивое предложение. Да, как-то странно, какая-то дипломатия от Линдекса. Нет, Ара. Я не очень понимаю, если Линдекса там выносят, зачем Арии ему помогать? Почему его не забрать действительно? Дело в том, что у нас очень хрупкая равновесие сейчас. Ёжик, у меня это самое, тогда такое предложение. Если я вдруг вступаюсь в войну на твоей стороне, тогда мы воюем до конца. Ну, в смысле, до конца не с тобой, до конца Линдекса. А, ну да. Ну я по-любому гиппон царский мне нужен. Ара, это будет вообще подло с твоей стороны. Ну, по-моему, Линдекс я тут сам себе все привез такие. Нет, я и с ним договорился, он вот так, ладно, ладно. Я встроил свою дипломатию. А какая у вас договоренность была? Ну, вообще-то не воевать. Ну, и поэтому города, как бы, мы тут поставить разрешили и так далее. Ладно. Если ты считаешь это правильно, то как бы дело твое. Все мое нутро, прям, знаешь, если честно, прям вот. Ну, что не так? Нет, я серьезно говорю, я терпеть не могу так делать. А, не могу, но делаю. Да я еще пока ничего не делаю. Блин, 40 тысяч у американца. Ну, перс пока не последний, но явно там проблемы у него. А меха у кого-нибудь есть, интересно? Ну, мне выгоднее, чтобы перс дольше воевал, у него минус уже 0 денег и минус 1 по золоту. Да нет, слушай, не поможет, как бы. Зачем тебе деньги тратить? Перс, все, йог. Да. Значит, надо тут все-таки город четвертый ставить, похоже. А у него есть алмазы? Он лучше. А мне ему дать нечего. Возьми. А что ГГшки хотят? Так, Братислава адмирала, Сидон увидеть карфагенца, Маркант увидеть американца. Быстро. Так, ну, я сейчас закончу конюшни, и, видимо, надо будет коников поднастроить. И что, и ты будешь воевать? Серьезно? Может, мы уже сами туда разберемся как-нибудь? Он нет, тут как бы либо то, либо другое. Не, чё, серьёзно? А? Чё, вот так вот кинешь друга?
А вот я в чат сразу сказал, что тебе доверяю, с тобой можно договориться. Можно, да. Линдекс предложение. Нет, спасибо. Ну чего, ну покажи, где ты, что ты это... Нет. Жадобина. Ару, у тебя есть куда эту армию, как бы, вон Медину можешь забирать, я только морской город меня интересует, все, а дальше есть куда тебя развиваться. Ты понимаешь, как, что с этим самым, с индонезом мы друг другу можем не мешать, а вот с тобой мы с будем тобой мешать тоже друг другу по-любому. Нет, мы можем договориться и не мешать, я вообще-то мне не интересен, я морская инфраструктура, поэтому мне Индонез интересен, потому что он морская столица, понимаешь? Не вот понимаю. И все, да, вот так, как-то так. И тебе вот так вот, понимаешь, ладно, и что, ты вокруг его города поставил, и теперь что, типа, я понимаю, что после меня ты Индонез заберешь на ура, но как бы баланс давай сделаю по тебе, конечно. Как я тебе Индонез на ура заберу там? Да ладно, у него два города, и влево, и вправо, и влево он поставить уже ничего не может. И он традиция. Ну, о чем речь вообще, Ары? Ну, хорош. Иди, как бы, ну, как-то некрасиво. Ну, индекса вина нету. Иди он свою армию вниз отправь и там полови, если хочешь так воевать. Договорились про вот этот Диагу, и там еще согласен, что ты наверх город поставишь, а ты вот так вот делаешь, да? Ясно, ясно. Тамара Варморгин стоит? Тамара предал меня, фу-фу-фу. Прости, бро. Нет, это прощение не будет тебе. Суровый, конечно, тут... Ну, чем-то напоминает ту мою игру за Сиам. Только в данном случае я в самом выгодном положении сижу. И развиваюсь. Закрыли традицию. Вот и все. Всем спасибо. Спасибо за игру. Да. Ару, у тебя все еще есть время нормально общаться. Я не хочу с тобой воевать. И мир. Данес, ты чё там вообще? Да ничего он тут не сделал. Чё, у меня мечники пришли. Пришли уже, точнее. Ара, опомнись. Ну, если что, я сейчас могу генерала бахнуть. И что это ему поможет? Ну, это
оттащит меня, но зато тебе даст меньше. А я сейчас, ну, или сейчас я просто, ну, как Ара, бы... ты же понимаешь, что сейчас вот я поставлю генерала, и твоя атака этим закончится. Ну, ставь. Да. Ну, неужели? Я не понимаю. Ну, ладно, я немножко понимаю, но на самом деле... И мир. Посмотри, предложение и мир. Ладно, американец, забирай тогда Джакарту и как бы ГГ тебе. Я не понимаю, что он тут творит. Ну, Нара, вот ну куда? С такими ну городами что? Я да всего ладно, лишь на 7 отстаю от волевика американца, который уже забрал там что, одного из игроков. Американец, блядь. А то мне придется потом на забирать его себе. В смысле, Сурабата? Да. Я не понял, зачем ты мне ее отдал тогда? Я думал, что меня мгновенно вынесут, и я не смогу дипломатией ничего сделать. А вот вышло иначе. Ну и, соответственно, вообще никаких к тебе претензий у меня не будет всю игру. Ну а так придется как бы воевать в любом случае. То есть тебе придется строить армию, там, ну, флот какой-то или что-то еще. Пурум-пурум-пурум-пурум. Давай-ка я ее сожгу. Ну, мне нужен второй город на море. Я не буду выкупать клетки там. Да не, ну просто, ты понимаешь... Мне иначе некуда, ну, ставить ничего. Просто, если бы были устные договоры, я бы, ну, как бы, придумал, как договориться, чтобы... Просто этот город, он, опять же, рядом со мной и так далее, и так далее. Ну, так я его, как бы, буду, ну, в любом случае... Ну, забирать, как бы, его по земле, это нереально. У меня армия есть, как бы, я задефаю одну клетку. По морю, ну, это... 100 лет пройдет перед тем, как ты помолишь. Ну, так, просто я в любом случае буду уходить в фрегаты. Как бы, я точно. Понимаю, ну. Поэтому, учитывая того, что это было немножечко импульсивным решением, а ты сейчас явно первый. Но ты должен за него расплачиваться, за это импульсивное решение. Я не против тебя отдать Сурабаю. Я не думаю, что тебе сейчас стоит, ну, так как ты сейчас первый по всем параметрам, тебе сейчас стоит сильно, скажем так, этим самым делом, ну, держать этот город. Не, я потому что, смотри, ты совершил ошибку, импульсивное решение. Хорошо, да. Я понимаю, я, в принципе, не против тебя обратно вернуть, так как, ну, типа, ладно уж, человеческий чисто фактор. Но человеческая ошибка, она должна чем-то, как это... Ну, я тебе помог, наверное, этим решением, и ты был спокоен забирать псарга. Да нет, я видел, что у вас там война, поэтому я абсолютно, тем более у меня там стоял все время юнит, пока ты мне город не передал. Попробуй, если не пойдет. Ну, давайте. Ты только не ходи, отчет дадут нам. Считайте кто-нибудь там. Раз, два, три. А вот это что такое было, лидер? Я, сорян, я пустил кнопку. Ну, не знаю. Я не специально чувствовал. Да это не к тебе, я к лиду сейчас говорю. Он до отчета отхилил просто слона. Да, да. Вот такое. Прям злостный нарушитель. Ара, ты это не возьмешь. Ну и кто закончил ход? Он сам закончил. Сам закончился.
Чего ж вы не откатили? Донес, пока что-нибудь реальное ты мне не предложишь, я как бы... Ну, слушай, давай не будем эскалировать ситуацию. По сути, ты мне сейчас ничего не можешь сделать. Да, я знаю. Ну, окей, я не знаю. Ну, как бы я согласен с тобой. Да, но сейчас я могу тебе делать, ну, при том, что тебе сейчас 415 очков. Нифига, громки. Аарон, давай уже закончим. Ну, ты не возьмешь. Дорогая, ну, тебе сильно в твою империю как бы не входит. Давай закончим то, что я начал, и как бы разойдемся мирно. Потому что я сейчас отобьюсь. Пофиг, может, он меня и заберет один город, это все, что он сможет. А потом я все равно пойду на тебя и буду гадить до конца игры. Вот ты же знаешь, я ж такой. Я тоже упорюсь. Не, ну реально, а сейчас вот там этот Америка упорится в Джакарту легко, и он ничего не сделает. Не знаю, я знаю. Я Линдекса нормально брал. Че значит, он отобьется? Вполне его можно взять. Я вообще-то 1-2 играю, а не 1-1. Нормально брал. Ара? Опомнись, будь столь любезен. Да ладно, тебе нормально все. Ничего нормального я не вижу. Монстерден, смотри, давай так. Я не буду на тебя нападать на арте, это 100%. На арте? Да блин, ты понимаешь, что здесь ты как по условия... Как-то... Я понимаю, но сейчас смотри, ты первый. И сейчас на тебя все будут сосредотачиваться. У тебя две стольни. Не волнуйся, монстр сейчас на меня будет нападать, так что... Можешь с ним не договариваться. Я просто, на самом деле, сейчас как бы... Тут Орлеан французский берется по лугам, ну, элементарно там коляски. Ну, тогда, либо... Ну, давай забирай тогда. Что я тебе могу сказать? Ну куда ты пошел? Иди сюда. Не, ну реально, ну так если хочешь воевать, давай воюем, ничего. Ушел из-под крепости, главное такое. Куда ты пошел? Иди сюда. Ну потому что некрасиво делаешь это раз, а уже если пошел, ну так давай, играй. Линдекс, ты там прими, либо отклони, что за фигня? Давай. Приму. Ара, я мог сразу так вот все тебя проатаковать, и не было бы тебя тут вообще ни разу. Я понадеялся на то, что как бы мы люди, нормально договариваться можем. Так мы можем. Нет, судя по твоим действиям, не очень-то. Я еще все готов. Готов все простить? Да. Понять пока, и простить. Пока вот там меня не давят, я готов. В смысле не давят? Ты уже отводишь свои места, я тебя убиваю и едет. Тут все нормально. Да, ну, да. Что-то Гадес там перестал падать. Ну, Гадес и перестал падать, я убиваю его армию. Да-да, убиваешь. С этого фланга тебе не взять, ну не знаю, ты что-то видишь то, чего не вижу я. Мертвых людей. Перса. Наверное. Хотя бы армию построил француз. Я на самом деле хайд брань дал с Самаркандом. Ну, воевать все равно придется. Хочешь повоевать?
Ну а что я армию зачем строил? Там юнитов убиваешь, расскажи. Не знаю, зачем ты армию строил. Ара, он сюда, если что, генерала привел. Ну так я там уже поставил, я вот с воли генерала взял, Ара. Вот я говорю, ты меня заставил уже просесть охрененно. Я с воли генерала взял. И два поставил. Прикинь. Ну и ты говоришь, что у тебя все в порядке с Габисом? Я говорю, что у меня все в порядке, если мы замиримся. Ара, последний раз прошу, ну серьезно. Потому что потом мне уже не будет смысла тут что-то еще вытягивать. Данес, ты атакуешь там? Да, атакую. Я строю орден. Я не буду больше метаться, смысл. Так что метаться, а тебе не метаться, я тебе говорю, остановись, иди вон, лучше забирай и как бы замиримся и. Остановитесь. До конца можем не это самое. Ты все равно лучше будешь, чем моя позиция, потому что я хотя бы уже великого человека потратил на минерал. А мы можем договориться, я свое слово держу, мы можем до конца игры не воевать. Можем на улет там соревноваться еще чем-то. Как хочешь. Если ты боишься, что я тебя там спину, вот как ты сейчас сделал удар. Ну что, не так? Как ты, сволочь, сделал со мной. Ну, типа. Я вот не знаю, в какой из этих двух городов караван лучше отправлять. Какой из них более производственный. Не очень мне понятно. Такара. Да-да. Ну не хочешь никак, ни на каких условиях не хочешь. Даже заведомо проигрышных для меня. У меня от этой войны же надо что-то получить, правильно? Ну, Дима. Знаешь, я один вас двух сдержу. Что будет, если мы вдвоем на него нападем? Это вот, я не понимаю, в каких это интересах, типа... Будут у тебя все земные эти самые, у меня все морские. И я с тобой вообще никаких терок не имею. Ну зачем мне это все вообще? У меня говененькие города, мягко скажу. А у меня великие города. Больше. Ну ты смеешься? Ну так ставь больше. Забирай Сидон, забирай какой-нибудь Самарканд. Я не знаю, что... делай там что хочешь. У тебя земли? У меня земли на 4 города волевых. И короче, я как бы довольный, да, своей жизнью. А ты тут, бедный, прибедняешься. Ну давай, изложи свое предложение окончательно. Я сказал, я с тобой вообще воевать не собираюсь. Вообще. А если будет... ты, он сейчас так будет говорить, разумеется. Так я так и говорю, я всегда так говорю. Я свое слово отличие, еще раз повторяю, держу. Блин, еще ну мне с тебя стрелять, нет, расскажи. Потому что вон, видишь мой скаут, только что убил его коляску. И что? Кореец. Да. А я убил тебя, другие. Или откажись. Другой. А, ты просто говори, у меня не видно. Ну так что, Ара, делаем, блин, ну. Понимаешь, ты меня уже обходишь, я говорю еще раз, я взял генерала, все вот эти помпы, вот, пожалуйста, война войной. У тебя, а скажи, да, мне, что на фронте Годеса? Самое лучшее. Что на фронте Годеса? Ничего, он встал и ничего не может не сделать. В смысле, я убиваю? Да, это убил тебя, этого, ну, мечника.
Ой, мечник, копейщик. Да, ты сказал копейщик, своего. Он, убью еще одного копейщика. Да, убьешь. Ну, зайди на стрим, посмотри. Да, зайди на стрим. Что он тут может. Сейчас будут вот генералы, то же самое будет, как у тебя. Так, та же история. Ну, там еще и Петру Америкос. У него вообще там все сладко, да? Да. Ну, Америкос выиграл. Не, так надо, чтобы Индонес ему с другой стороны нападал, не знаю. А я не могу. Здесь ничего не на что нападать. Тут горная гряда, и проход, типа, либо в две клетки и в одну клетку. Ну, и там, где холмы, шесть. Атаковал. То есть... Дальше я могу максимум взять по Саргады. До Персиполиса опять проход в две клетки через горы. К его городам то же самое. То есть это не дохлый номер. О, генерал. Набил генерала. Так, ну лошадей меня тут разграбят, к сожалению. Хотя он может только с двух клеток обстреливать. Надо срочно будет сюда встать. Спасибо. А это кто? Блин, обожаю, когда не видно юниты. Я думаю, если у него есть коляска, он может сюда встать, то он сейчас убьет меня. Офигеть, он даже у меня анимация, то что он вылечился, прошла. Это хорошо. Мечники, говоришь, да? Много их у тебя? Говоришь. Будем пытаться на своей территории стоять. Достаточно. Ты, конечно, меня перекликивать стал. Это очень приятно, на самом деле. Это потому что Ара хост теперь. А то я был хостом, и я что-то не перекликивал никого. Что и мачо американец построил. Слушайте, он еще и мачо построил. Найс. Мачо. Получается, Корея с кем воюет? Со мной. С Карфагеном.
И Индана своих Карфагена. Да надоело. А Карфаген с кем воюет? Давайте узнаем. Ну это ты зря, мне кажется. Крепость? Ага. Ну, это мне надо. Может быть. Мне просто уже надоело немножечко. Надо то есть вот именно, ты как бы еще подстрекал Ару, а сам сливаешь чисто. В смысле не сливаюсь? Это вполне себе взвешенный тут вариант. Не надо. Ладно, все. Я как бы вопрос сниму. Деньги у него имеются. Угу. Ну а скаут-то за что? Хороший был скаут. А не прокачку посмотреть. Мэйчик показала. Прокачка и в этот раз не очень. Так, ну я думаю... А прокачка, которая как генерал, это неплохая прокачка. Строить мастерские. А потом рынки. Не знаю, по поводу четвертого города. Просто если я тут ставлю, то он реально хорошо берется. Надо все-таки, наверное, сюда Как война с Америкосом? Плохо. Очень плохо. Да. Я могу объявить ему войну. Вот, ну объяви. Если мой. Зачем ты говоришь об этом? Мне за это должен быть люкс какой-нибудь. Нет у меня люксов. Ну я с тобой меняюсь тем, что у меня есть. Один в один. Можно быть менять. Один в один? У меня там один люкс, который нужен. Во имя доброго дела. Лидбит, что так дела? У меня все нормально. Это самое, я могу тебе люк дать, Сара. Кстати, если помиримся, люк.
шоколадку. Он крепкий парень. Еще бы. Ара. И ты туда же. Как обещал. Отстрели его мечников, они, по идее, сейчас со штрафом должны. Так я ж отстрелял только что, все уже. Вон его дохлый мечник, что он видит, что он его отвел. Ты его не убьешь с одного выстрела. Я убью. Что-то вы там втроем никак не можете определиться, кто кого должен вынести. Да тут, знаешь, такая игра тут. На одного пошли, он такой, не, я, короче, сдержусь, пойдем. Да объяви, да заключите вы уже мир с индонезом, ну господи. Я не понимаю, это ну у вас не выгодно вообще никому. У вас не получилось его взять. Зафейлили. Не мы зафейлили, а вот дал бы добиться. Что значит зафейлили? Он сливается. Кто сливается? Нет, конечно, если да, вы сейчас будете вдвоем на одного. Понятное дело, что у меня всего два города. Понятное дело, что а зачем тогда ты мир заключал тогда, Ара с ним и нападал на Лиддекса? Вот я говорю, не надо было меня трогать, я бы уже сделал свое дело, как бы и все. А я-то от этого что бы получил? А сейчас ты что получаешь? Договорились бы, не делал. Просадку моего соседа и обещание не воевать. Ну, как бы да. Какие-то метания, блин, туда-сюда. Шаг влево, шаг вправо, потанцевали, в итоге я эту дипломатию выиграл. Ну, с его точки, конечно, он тут больше получил, чем я мог. Вдвоем вы, конечно, меня распилить. Да я по один тебя распилил, ну что ты прикалываешься? Дурацкая раскладка, конечно, вышла. В плане близко очень заспавнил всех. Ну да, у нас с тобой. У меня ближе с Арой столица, чем с тобой, на самом деле. Но, блин, с Арой как бы я договорился, опять же. Тут хоть какое-то производство. Вот если сюда ставлю город, смотри, это чисто для связи с Персеполисом. Это надо веришь, туда ставить, я считаю. Верю, я знаю. Вот. Да и после давно, наверное, всего. Надо было. Я же не упарывался в тебя. Как тебе сказать? Ты меня просел очень-очень жестко. Ходов на 5. 50. Лидекс, а я за тебя, я тебя поддерживал. Я в тебя верил. Я в себя тоже иногда верю, но сегодня что-то. Вару поверил, вот это так называется. Ну в итоге-то как получилось? Ну все, да, круто. Только больше так не делай. Я всем на чате сказал, вот ты вот не понимаешь, меня смотришь, я скажу, сколько, да хрена ведь смотришь. Не, если честно, меня, я вот... 73 человека сейчас смотрят и говорят, ара, фу-фу-фу, прикинь. Это же вообще некрасиво. Лиддекс, а ты американцу не хочешь объявить войну? Хотел бы, но не могу. Я его не вижу. Ты его не встретил, серьезно? Почти. Почти, серьезно? Ну вот, Great Wall мне точно нужен. О, а тут Джакарта уже. Так я ж говорю, он два города, я не в общем, не короче. Я в два города тебя сдержу. Ну, сколько ты сдерживался? Я нападал только на тебя, ничего бы ты не сдержал. Ты даже в этих своих, этих, как их, этих вот ребят, которые крутые, не вышел бы, вот поверь.
Мне оставался, да, их там пару ходов. Ну вот за эти пару ходов я хотел караван генерала в Орлеан отправить. Не прошел бы. Ну, если бы ты бы стал бы брать. Не, ну, лол. Ладно. Так, а где у нас... Слушай, Лидекс, как мы будем делить территорию между Меданом и Гадесом? Тебе там надо где-то генерал будет тогда втыкать? Ну так я внизу, воткну. Вот тут вот внизу, воткну под крепостью и все. Забирай Джакарту. Ара прислушался к моим. Так что Джакарту я отдам Аре, а не... Лидекс поставил под меня город. Ара, не атакуй меня. Я буду сливаться под Гадесом. Ара, тебе армия все равно нужна, ты ж как бы... Ну, тут как бы я могу пойти с Америкосом что-то сделать. И, кстати, я предлагаю тебе там потом остаток. Я могу, у меня вторая... Америкос. Нет, у меня сейчас третья армия. Хотя первая. Ну, что за вопросы? Каких вопросов? Только меня тормозят. Я пойду покурю. Что ж на меня так все ополчились? Ну, ты очень классно в демографии выглядишь просто. Ну, что ж поделать. Там просто, я говорю, спаун опять офигительный получился. С солями, да? Нет, в смысле, в том плане, что соль у меня во втором городе. В том плане, что я между двумя игроками. А, давайте на производство, кстати. Тут куча еды. А вот с производством в городе не очень. Поэтому я, наверное, вот так сделаю. Алло. Да-да, мы тебя слышали. У меня, короче, все выкрашивалось, забавно. У кого? У нас в Америке сейчас. Ара, я тебе кинул предложение. Ну что, пооткатываем ходы? Есть у кого там чем откатывать? Я сейчас... Ара. Да, я могу. Ага. Подожди, ну, пока не откатываю, такое, пока монстр загрузит силу. У меня, короче, такая фигня в этом, что и когда у меня крашится, у меня не подключается опять в игре, там лобби надо создавать опять. Ну, хоть попробуем, я не знаю, ну как-то. Просто лучше сейчас сразу создать лобби. Ну, какая-то странная фигня. Может, ты там что-то не сделал не то, и у тебя крашилась цело? Что я мог не то сделать? Ну, не я знаю. Я чего у меня больше нет. У меня еще есть кем откатить, если что. Я даже могу следующий ход, точнее, этот пропустить и на следующий подключиться. Леша, недоверчивый ты человек. Не веришь, ну, какие-то... Людям, что цело крашится. Нет, то, что цело крашится, я верю, а вот эти потом в лобби не заходят, это какие-то интересные приколы. То есть именно нет, после краша не заходят. Нет, у меня после краша заходит только если по приглашению, там, со второго раза, то есть мне надо по это... Так это у всех, у меня тоже не сразу заходит, там, ерор какой-то выдает. Несколько раз надо пробовать. А в шестой циве знаете что? В шестой циве, если выйдешь из лобби, то потом в него не зайдешь. Но есть решение, надо заходить в мои документы, в папку шестой цивы и удалять там файлы. И тогда все заходится. Лол. Да. То есть версии цивы новые, а приколы старые. Нет, там просто на шестая вообще на мультиплеер. Вообще такое ощущение, что даже не думали об этом. Так, типа, мы включили, пускай будет. Ну почему? В плане стабильности косяков? Все очень хорошо, там в десятером не, ну, играешь. Сделали эту паузу, да, типа. Нет, ты в десятером нормально играешь. Ну, не знаю, мы вылетали, когда играли все равно. Частенько. Там рассинхроны не у всех, а только у того, у кого рассинхрон. То есть он и грузится.
Лидекс, смотри, мне ежик предлагает медан отдать за мирный договор. Ты там один дальше додавишь, я пошел с Америкосом разобрался. Давай я возьму Джакарту, и мне прямая дорога на Америкос. А почему это предложение никто не слышал? Сейчас мы что делаем? Мне просто генерала ставить надо. Чем мы сейчас делаем? Давайте сейчас откатить надо, я так понимаю. Да, откатывайте. Откатил. Откатили? Ну вот сам посуди, если ты даже без библиотек вышел и Мачу-Пикчу построил, и с наукой у тебя все нормально, и с производством, и с едой, ну то есть, блин, все зашибись. Ты слишком быстро забрал перса, вот и все. По моему скромному мнению. Ну да, мнению. У перса и армии, кстати, было так немало, я что-то не понял, как это получилось. Читы не иначе. Ну так он меня перекликил местами. Что? Меня перс перекликил даже в войне, в принципе, в начале особенно. Так, американец, откати, он пожалуйста, таймер. Просто город кривый поставил, который очень легко берется. Ну, по саркаду они там вообще, ну, блин, реально очень легко берутся. Американец. И все, а уже против одного Персеполиса, как бы, несложно. Я тебе отдам город, он будет 5 жителей. Что, американец уже отводил войска на тот фронт, да? Ну а что поделать? Приходится там. Чем быстрее мы тут пройдем, тем быстрее с американцем будем иметь дела. Я его пока тут хотя бы удерживаю. Делайте что-нибудь. Ну, типа, я должен сейчас проиграть, чтобы потом воевать с американцем. Вместо того, чтобы, наоборот, вы со мной замирились, я пошел своей армией и вашей армией на американцев. Классная идея. Типа, я еще... Нормально. Не любят. Хорошо, хорошо. Я так... Ставь генералов. Я поставлю. А что мне делать с ним? Играйте в умные игры, на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.